Динозаврики. Что же вы попрятались в Африке? Кого это они поймали такого? Киргиза 100%. Нет, зачем Киргиза? Ну транзит на, кир... на Киргизию, стоп, посмотри. 80 осей. Литовские транзиты. Да, это 100% на Киргизию, понят. Трехосный прицеп на тандеме. Это 100%. Слушай, если смотрите, какой закон подлости, да, вот чистый лобовик, да, только выехали. И вот он прилетает, гад. Вот сюда вот. Вот прилетел бы туда, 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 куда-нибудь прилетел бы. Он прилетает прямо сюда. Век воли не видать, я хотел его смыть. Только больше размазал. Это ж надо вот так, ну. Другого места не нашел, куда приземлиться. Этот большой полосатый мух. Ты надумал, где мы купаться будем? Я примерно знаю, где. Я просто забыл, как эта деревня называется. Это... Там речка такая большая. Но это скоро будет? Короче, не скоро. Не скоро стемнеет уже и похолодает. Ладно. Как вы думаете, нас искупает? По-моему... Не знаю, не знаю. По-моему, где-то после Умёда. В Рязанскую область заедем, где-то там. Время 2:30. Тут ехать 200 километров. Сначала мясом накормим, потом в речку засунет. Ладно. Ну я просто не помню сейчас. Вот какое-то болото есть. Эй, давай, ты первый, а я подожду тебя здесь. Тут не то, что комары, тут мухи кусаются, ты хочешь туда загнать. Сидели там, мухомойка гоняли. Мойки. Найдем где-нибудь. А, хорошо. Ждем. Может, в Ломове где-нибудь. Не, ну явно работать хочется. Смотрите, что происходит. Обалдеть. Говорит, сиди, сиди, не вылазь в кабину, я сам все сделаю. Вот дает. Вот дает. Ты прямо прет с тебя энергия. Вот ты соскучился по работе, я смотрю. Завтра будет кому прицеп разбирать. Thank you.
мордовские на хвост присели. Давай, пошел вперед. Не хочет двигаться, конец. Я ему показываю, пропускаю даже. Ну, люстры включил и поехал. Тебе же это не такая уж и сплошная. Не хочет. Не хочет. Что-то спрятали сзади там. Там уже в Мордовии. И едут. Жертву ждут на встречку. За мной спрятали, за мной не видно ж никого. Хотя что, они же не видят ничего, их впереди. Наверное, на пост едут. Стояли на границе. С границы возвращаются. Владения объезжают. Пост недалеко уже, это Зубовой Поляне. Перед Зубовой Поляне. А не! Что-то они приземлились. А потому что здесь сплошная. Вот они. Они нашли новое место. Она резко становится платной. Да-да-да. Участок дороги М5. Стал еще дороже. Для желающих купить, пожалуйста, билетеры уже приготовились. Грех здесь. Так, ну мы на Лукойл заедем, да? Да, не, поехали. Ну я имею в виду этот, посмотреть. Кран. Можно было здесь встать, в принципе. Ну ладно, поехали, чтобы на Лукойле тормознемся. Здесь площадка-то неплохая. Но... Новая Татнефть. Хлебом не корми, дай поработать. Видите, что делает? Я говорю, давай я залезу, не мажься. Не. Свиздит он. Надо посмотреть, какой кран. Именно. Что ты? Тут далеко лезть. Через три балки. Ну, так я лазил так. А здесь через кассетницу ты не залезешь. Только здесь, если по земле. А так оттуда только. Я вот спереду залазил. Молодец. Ты прям Рэмбо какой-то. Жик-жик-жик. Телефон-то взял? Да. Отфоткать. Как называется? Видно там название? Да нет, тут грязно все. Надо почистить. Почистить, дай чем-нибудь почистить. Да тебе принести, может, эту, которую прыскалку нашу. Давай. Водой. Давай. Даю. Сейчас. Ты вот водой собьешь, может быть. Попробуй. Бля, я сейчас песню как новый сейчас станет. Да, как я лезу. Что? Щетку дать? Сейчас щетку дам. Ой, сказали скинуть. Купят. Потому что тут кое-какие планы намечаются. Говорить мы их пока не будем озвучивать. Но, скорее всего, будет покупаться кран отдельно. А, щетку. Знаешь, откуда шипит? Откуда? Я знаю, я ж был-то, я ж лазил. Я в курсе. Николай Владимирович, по-любому придется какую-то канаву заезжать.
Ты слишком резко взялся за работу. Ты что там, увидел что-то? Что-то увидел. Доставай канистру, мойся. Там. Только меня садистом не называйте потом. Группенфюрер СС. Жуковский Алексей Николаевич после такого обеда заставил меня ехать. Что ты значит заставил? Ты же сам кричал, работать хочу. Мне денег не надо, мне работу давай. Да. Соскучился по работе. Ну вот, пожалуйста, рули. Я ж не могу отказать на такую просьбу. Тем более, когда так настырно спрашивают. Очень-очень настырно. Ой, как мы поели. Поехали к Уканаву найдем. Надо все-таки, наверное, было покунуться. Жарко. Сколько за бортом? 38. Ёшкин кот. Деревня шашлыков. Есть деревня дураков, а это деревня шашлыков. Догадайтесь трех раз. Ее название. Малиновый звон на заре. Малиновый звон, а мы больше не дружим. Ой, как хорошо с кондиционером. А сколько еще за борт время-то уже? Шесть. Ну да, уже без 10:06. Шашлык ходит, вот, видишь, рядышком. Ну, сразу же свеженький. Ой, нет, видно. Люба ушла на базу. Ой, надо учиться ездить опять заново. Педаль газа правая справа. Первая. Самая правая. Тормоз левее. Смотри, не перепутай. Кутузов. Да. Ну что, едем дальше. Стоянка, гостиница, кафе, баня. Ага, такой же рот, только в баню идти. В ледник какой-нибудь хочется залезть, а не в баню. Едок, ё-моё. Названный. Молодцы. Едун. Едок, едун. Здесь вот тоже что-то, видишь, куча народу. А здесь всегда в конце стоят. Тут всегда много стоит. Им хорошо, выгодно, им со стоянки люди ходят. Тут на стоянку становится. Стал, значит. Что там висит? Ты купаться везешь или нет? Там знак висит, там нельзя. Не такой уж и тут и знак. Движение грузового транзитного транспорта через... Нам в Кирице надо покупаться, так что... Холодильник сказал, там прям шикарный пляж есть. Хотя время уже 8 часов вечера. Ну и чё? Рули прямо, поехали. Я рулю прямо. Кто сказал, что мы едем транзитом? Мы не едем транзитом. Мы едем с заездом в Кирице. То мы так хотели в этом, где мы хотели искупаться, но там встать было нельзя. А здесь прямо, говорит, подъедем прямо на берегу, можно на берег можно заехать на скане. В скане нырять можно в воду. Чего? Ты ж так сказал. Ну, поехали, посмотрим. Вообще всего 6 километров. Сейчас прямо вода справа будет. Приехали? Почти, да. Раньше все время здесь ездили? А здесь все ездили. М5 здесь. Но пока объездную не сделали. Переедем. И все, вот вода справа. А вон
там вон площадка, можно встать. Ёшкин кот! Вот она, река Кирица. Все. Вон народ купается. Мы уже почти там. Обалдеть! А ты говоришь. Все, паркуйся, пойдем кайфовать. Мы тут не одни, тут еще вот кто-то стоит. А вот тут вот прямо и ставь. Оп! Пойдем, хвост уберем. Вон, вон, вояки доехали уже. Ну, которые на... мясо ели. Да. Все, пошли. Я назад сдал. Зачем? Газель. Ну, газель-то не выйдет, если что. Газель не выйдет? Да, я к столбу прижался просто. Ну, а. Так тоже, наверное, купаться или... Наверное. Так, выйдет? Выйдет. Короче, сходили вон туда, искупались. Вода такое ощущение, чтобы кто-то кипятильником подогрел. А, вон еще едут. Вы же не стали там снимать людей, пугать своими камерами. Как оно, Михаил Владимирович? Как заново родился. О, на вообще. Я вас, да. Погнали? Не знаю. Не хочу уже. Как хочешь, мне. Я пассажир, пока. Хотя нет, второй водитель. Вот видите, кафе есть, все есть. Так что кто будет по пятерке ехать, заезжайте в Кирице. И машину поставить можно. Место просто офигенное. Пляж, все. Пляж, все дела. Вот видите, Америка приехал, тоже пошел купаться. Шикардос. И стать есть где. И все, что хотите. И покушать. Там он какой-то чудо у нас. Здесь санаторий. Санаторий Кирицы называется. А-а-а. Видишь, как замок он сделан такой. Ага. Ну да. Красиво. Вот. Все, едем дальше. Сейчас у нас уже правда стемнеет. Ничего страшного. Сколько нам еще? Нам еще как до Китая. 600? 3600. Ух ты, елки-палки. 666 километров. Там точка выгрузки не стоит. Надо вот потом. Все, закат у нас, солнышко садится. Ехать нам еще прилично. Просто у нас уже есть план действий дальнейших, но об этом позже. Поддержим интригу, да, да, Михаил Владимирович? Завтра. Как скажешь. Хорошо. А чем люди в пробках занимаются? Как это без пробок? Без пробок неинтересно. Рязань? Что-то я оттуда никого не вижу, чтоб ехали. А, вон, пошли. Стоим, балдеем. Пошел народ. Скажи что-нибудь. Молчит. Хочет говорить. Пить будешь? Давай. Пить буду, да? Да. Это моя водичка. Видите же, какую пьем? Иркутская, минеральная. Хорошая вода.
еще поедем. Наверное. Когда-нибудь. Иди отсюда, летай, что уже прилетел. Что? Ремонт там, говорят. Нет, просто так стоим, вот нечего делать. Ты знаешь, один сказал, что мы стоим просто так, там ничего нет. Ты еще рацию включаешь? Он включен. Удивительно, что она молчит? Не, ну ты дремал, а-а-а. Я ее выключил. А как встал в пробку, включил послушать, что там происходит. Понятно, закрываемся, а то вон уже. Иди отсюда, тираннозавр Рекс. Сколько время, слушай? Без 20-10. Катастрофа, ё-моё, мы все спать должны, мы все в пробках стоят. Рязань? Непредсказуемая, блин, объездная. Рязань. Любое время дня и ночи. Я один раз 3 часа ночи в такую ерунду встал, в 10 километров здесь пробка. Когда он, не помню какой, по-моему, вот этот, который мы проехали, мост делали. Знал бы я, что его делают, я... Вообще в жизнь бы не поехал. Да ладно тебе, стой. Так я на легковой был. Что ты тут на легковой делал? В Коломну ехал, к друзьям. Ах, господи. Все-таки дверь открыл, комары залетели, ну. Вот. Может, кофе поставить пока? Поставь. Ну что, 1.5 часа мы отдали милому прекрасному городу Рязани. Даже интересно представить, сколько со стороны Москвы будет колея. Михаил Владимирович, ваши прогнозы. Наши прогнозы, блин. До Москвы? До поста. Не, ну ты уже хочешь прям до Коломны. Ну, да. А, до поста ты имеешь в виду вот этого? Рязанский. Они, кстати, любители там на посту что-то кидаться, я смотрю, под фуры бросаются. Да, что-то в последнее время там бросаются. И распечатка дай, да. Распечатка дай. Да. Нет, с учетом того, что, не знаю, где колейка где-то стоит. Встречная, не знаю, где стоит. Потому что я так чувствую, что мы даже под железнодорожным мостом, наверное, по-моему, пройдем. Я не вижу встречную колейку. А, вон она, где-то там и стоит, моста. То, наверное, блин, за Михайловскую развязку, наверное, дальше. Сейчас побачим. Километра мы намерили. Правда, эти 2.5 километра в два ряда. Рязанские дальше зверствуют. Да. Ну, они, наверное, на ночь специально закрыли там. Пытаются. Если они тут на день все перекроют, здесь будет коллега от Луховиц стоять с этой стороны и с той стороны, откуда мы пришли, от Шацка.
Кстати, поздравляю, сегодня последняя, самая короткая ночь. С завтрашней ночи уже на одну минутку ночи у нас что сделает? Правильно, начнет увеличиваться, а день, соответственно, уменьшаться. Перевалили экватор. Заправка какая интересная, ну, название. Змей Горыныч называется. Так мы же заправлялись. Или ты не заправлялся? Я заправлялся. Я на Змей Горынычах не заправляюсь. Я заправлялся в прошлую смену. А вообще, что мы сюда поехали? Почему мы через Михайлов не поехали? Решил тут прокатиться. Да, ну, ночь на дворе. Должно быть свободно. Даже пока, до 108. Пока лухаицы пройдем, уже расцветет. Без 24. И мы на Минке. Халадзе очень отдыхают. О, уже не отдыхают. Привет. Спишь? Прямая. Проедьте 310 километров. Что такое? Выспался? С тобой поспишь, да? Всю Московскую область проспал. Осталось-то. Сейчас туда-сюда и все, и мы выскочили. Подремал хоть трошки? Ну, чуток совсем. Судя по заспанному фикусу, подремал. Показывать не буду. Слегка. В кадр можно влезть. Прямая. Сейчас поедем на этот, заедем на пипишку, там возьмемся. Кофейку там, туда-сюда, что-нибудь. Кости размять. Пипишку? Да, уже там, это, в Смоленской области. Не ко мне претензии. Гросавтодор. Я тут ни при чем. Я и так старался. Лэп. Смотри, какой. Из 24 поток машин на